Женя, ты был в Кодори-Валле, флаг до войны. В принципе, безусловно, каждая большая империя, будь то Америка, будь то Россия, она всегда стремится к экспансии, к тому, чтобы отстаивать свои геополитические интересы. Разумеется, Абхазия на сегодня находится в сфере геополитических интересов России. Еще я, когда был в Абхазии, вот я стал беседовать с человеком, который был главой администрации местного села. Я сказал, это было как раз накануне, вот за день до начала боевых действий со стороны Абхазии. Сказал ему, а каких рубежей вы хотите достичь? Вот, чего вы хотите достичь? Он сказал, каких Россия скажет, тех и достигнем. И это, а кто это был? Это был глава администрации горного села. Ага. Вот. Как далеко вы пойдете? Вот как Россия скажет, так мы пойдем. Вот. И безусловно, это была, конечно, российско-грузинская война. Потому что я когда был, вот как раз в тот день, когда выходили миротворцы, я был на абхазско-грузинской границе, и снайпер, он отстрелил руку солдату. Да. И мне лично миротворец сказал, что это был российский солдат. Mm. Вечером российское телевидение сообщило, что это был абхазский солдат. Это деталь, которая имеет принципиальное значение. Тем самым Россия подогревала Абхазию к войне постоянно. Да? Вот такой пропагандистский ход я отметил.